Да. Видно сразу, чувак, старые закалки. Смысл игры — найти красную карту. Справитесь? Турция, где сейчас находится у нас? Тут как вы думаете? Вы слишком сильно уверены в моих способностях. Это обычная карта, вам очень спасибо, вы внимательны. Играем еще раз, попытка номер 2. Я жду подвоха всегда. Обычные карты — это просто игра. Ищем красную, где сейчас находится. Ну, даю вам подсказку. Красная карта. Где красная карта? Большое спасибо, что вы не верите. Где красная карта? Я вам 3 раза показал, вы, наверное, издеваетесь. Хорошо, для вас будет акция. 3 карты, 2 одинаковых. Итак, смысл игры — найти красную. Поехали, вот красная, черная. Делаю очень медленно, чтобы вы поняли, где находится именно красная карта. Пожалуйста. Хотя бы. Ну, вы, большое спасибо, и ваша квартира уже у меня. Вы все еще на своем. 5 баллов. Хорошо, давайте так сыграем. Еще не красную, а черную. Где находится любая черная? Где любая черная? Какая-то подстава, да? Где черная? Любая черная. А вот спасибо вам хотя бы задачу. Хоть что-нибудь сегодня я все-таки выиграю. Черная, красная, щелчок, 2 черных. Чтобы вы больше не ошиблись, для вас будет супер акция. 3 черных карты. В принципе, ошибиться уже невозможно. Уровень называется нелью. Итак, 1, 2, 3, одну переворачиваем. Вторую сверху, буквально одно движение. Красненькая карта уже есть. Вот так пальчик сделайте. Вы сейчас сами возьмете красненькую, показывают. Черная, красная, черная. Черная, красная, черная. Мягко красненькую забираете. Очень мягко, отлично, она у меня, вы проиграли. Как же так, расскажу вам секрет. Видно, как это работает. Красненькую фокусник убрал. Это обман. Красная, черная. На столе у нас, конечно же, красная, красная, черная. Как ни крути, видно. И вы, фокусник Шулер, всегда наш штаб впереди. Не играй ни во что. Аппарат. Не запрещено, можно так сказать. Если они узнают, что я этой профессии, увы, я. Итак, пришло время, вы хотели секрет, это финал. Это все, это вишенка на торте. Как оказалось, что именно одна ваша карта оказалась перевернутой? Дулус червь, да? Да. 3 варианта развития событий. Первый вариант — у меня с собой 52 колоды. На нужную колоду с нужной картой достаю, правильно? Да. Мне бы не хватило сумки, бы, да, это логика. Второй вариант — психологии. Я показывал на черви. Чушь полная. Так вот, кто-то карту перевернул. Монетку видно? Да. Его зовут Юра. С моим другом вы с Геной уже знакомы, а это Юра. Юра, выходи, Юра. Только никому не слово. Хорошо, это мой маленький помощник. Помощник Юра. Теперь вы знаете, какой секрет. Он меня 2 раза больше не знает. Да, большое спасибо за внимание. Хорошо. А шариками есть какой-нибудь прикол? Ну, покажи шариками, пожалуйста. Шариками нужно определенный. Ну, что-нибудь еще такое. Мне так скептично настроено. Это будет слишком. Ну, потому что вы на скептик очень такой хороший. Вот если с вами, может быть, я бы и попробовал. Если вы пересядете, то вы мне... Нет, с вами, да, я Смотря для чего, если работа по заведению, если постоянно... Но несколько на 5.